Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Седьмой день, и 35 миллионов древесины я забираю. Ага, у нас созрело вот это яйцо. Так, и хочу посмотреть, кто у нас тут. Постиглот, да ладно, у нас оказывается их в наличии две штуки. Я отпустил, да, ребят, я отпустил постиглота. Так, ну что, Беззубик, ты мне что-нибудь принес? Ну-ка, показывай давай. И что же ты мне дашь? Ага, вот такое яйцо он. Ладушки. Блин, что-то мне подсказывает, что нам достанется 6 рун. Здесь в основном тусклый янтарь выпадает из этого сундука. Я уже обратил на это внимание. Так, пара барса и вепря хочет прокачаться. Поэтому кормим. Так, повысить уровень драконов на 15. Чего там не хватает у меня? Рыбы? Да быть такого не может. Чтобы у меня, да, не хватило рыбы. Все у нас хватает. Так, пускай летит, тренируется. Так, ветрокрыл пока постоит, подождет. Мы сейчас, наверное, накопим 250 миллионов древесины и отправим его дальше на поиски железа. Ну, а пока смотрим, что нам выпадет от сардельки. А сарделька нам... Че, руны, что ли, приготовила? 4 штуки. Да. Не очень, конечно, много. Может быть, ага, покормить. Не выйдет, друзья мои, не выйдет. Пускай идет тогда дальше. Нет, пускай собирает ресурсы. Они все равно в этих приключениях ничего хорошего нам не приносят. Поэтому пускай он летит за древесиной. Барсик, давай глянем, что ты нам приготовил. А приготовил он тоже руны. Только вот сколько штук? В каком объеме? 12. Ну тут уже поинтереснее немножко, да? Тут я могу... Нет. Давай тоже его отправим на поиски рыбы. Пускай собирает. Так, ну это не обязательно. Кривоклык. Берег. Бесплатно. И Грамгильда. Пускай летит на разведку. Так, ну что, с этими вроде бы разобрались. Обмен. Оу-оу-оу, нет, у меня нету. Нету столько, извини меня, ресурсов, чтобы обменивать этот пак. Да мне кажется, он не стоит 2000 рун. Так, вперед. Вперед. Ты прокачался, да? Ты прокачался, тогда мы тебя отправим за рыбой. Ну, чего ты? Лети давай. Так, ну что, этот у нас прокачается в конце концов? Или... Я в шоке. Я просто в шоке. Он никак не хочет, ты понимаешь? Он никак не хочет у нас становиться титаном. Так, ну тут рыбу мы забрали, древесину. Это у нас из свеженьких, да? Крикошквыр, блин, как еще раз? Крикошвыр, ну и название. Так, рыба, рыба и древесина. Я знаю, что вы хотите прокачаться, но вы так дорого стоите, что я даже не знаю. Слушай, а кто у меня кандидат на 100-й уровень, ты не помнишь? Я уже что-то подзабыл. Ну, явно не этот парень, да? А кто же? Кто же у меня там хорошо так прокачался, что я говорю, нифига. Он дорого мне обходится в прокачке, да? В кормежке именно. Но до 100-го уровня осталось совсем немножко. Ну, это явно не здесь. Этих-то мы с тобой отправим, наверное, на поиски. Пускай они там собирают нам ресурсы. Так, понял. Тогда за рыбой. Тогда за рыбой. Так, а где у меня модификрылка? Вот она. Слушай, а древесины мы с тобой нашли. Все-таки нужное количество. Так, вот его нужно точно прокачивать. Лети, ворчун.
Так, нам нужно отправить за железом нашего ветрокрыла. Я его специально куда-нибудь не отправлял, чтобы нарезать ему вот эту вот задачу. Пускай летит. Так, ну что, теперь открываем пак. Точнее, два пака. Первый. Костолом, шторморез, громорог, ресурсы. И второй. Монетки Одина. Крылатый ужас, громель. Так, и размягчитель. Блин, острокоготь. Почему все время меня размягчитель хочется, чтобы выпал? Так, ну что, мы этого отпускаем. Гаврика, он нам тоже не нужен. Так, зеленая смерть что-то нам принесла. Сломанный меч и, опять же, тусклый янтарь. Вперед на поиски. Так, ну а ты что? Листочек. И, опять же, тусклый янтарь. Получается, что все. Здесь у нас редкий пак созрел. Шторморез, костолом, лаварык, шепот смерти и все. Допустим. Здесь янтарь. Тут у нас опять янтарь. А здесь 50 листьев. Угу. Так, повышаем награду. Получаем энергию. Прилив сил, друзья мои. Собственной персоны. Отлично. Ну что? Кстати, у нас обучить. Да, пускай летит, обучается. Почему бы и нет? Пускай летит. Так, ты-то у меня что здесь? Блин. Да ладно, все забито, что ли? Все добывается. Даже места не свободного, прикинь. Окей. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас есть по событиям. А события-то у нас с тобой только через 3 часа 29 минут будут доступны. Подготовка. Смелое распоряжение. А, расположение. Блин, вот обидно-то. Я думал, сейчас хоть поиграем. Ну что, пойдем тогда на арену добывать с тобой два пака вождя. Раз уж нам делать здесь нечего. А через 3 часа, ну, вряд ли мы, конечно, сегодня будем играть. Скорее всего, завтра уже будем проходить с тобой это событие. А сегодня чисто пофанимся на аренке. Так, ну что у нас тут? Два стража плюс ловкость. Начнем потихонечку тогда бомбить. Так, сарделька, успокойся. Раз-два, две атаки. Плюс надкус. Что ты будешь делать? Хилять, что ли? Нет, понижает. А мы тогда хиляемся. Мы хильнулись. Громорога я трогать не буду. Я, наверное, начну все-таки с сардельки. У нее урон все-таки будет посерьезнее. Ты это видишь, да? Так, укус. Понижаем броню. Ничего себе ты. Он еще и щит ставит, прикинь. И опять это все достается Барсику. Так, секундочку. И хиляемся. Вряд ли я, конечно, Барсика спасу. Не успею. Да, добьет его. Чуть-чуть буквально. Да ладно. Что-то не то, ребят, что-то не то случилось. Почему? Почему у нас сарделька переключился, извини меня, на штормореза? Что ему помешало добить, я не знаю. Но, в принципе, это только плюс для нас. Так, давай еще раз сделаем отхил и добивочный. Угу, а здесь у нас костолом, водорез и скала. Я, наверное, все-таки буду вот этого в первую очередь. Хотя этот жучара тоже любит станить. Плюс костолом тут еще лезет. Так, ну что, мы, наверное, сделаем вот так. А потом, я думаю, что... Твою налево.
Я думал, добьем, но не получится. Он хильнулся. Это сейчас сюда бить будет, да? Нет. Ладно. Давай тогда сделаем вот так и хиляемся. Ё-моё, хиляемся. Ребята, он заблокировал мне способность хиляться. Водорез-то этот. Блин, сейчас что-то будет. Кому-то сейчас достанется по первое число. Это Барсику, да, прилетело. Ну что, хильнемся. И остается лишь Костолом в живых. Так, ну что, поехали. Все силы против него. Опять же хиляемся. Двойная атака. Сейчас будет, наверное, глушить. Да-да-да, он собирается глушить кого? Барсику. Вечно ему достается, а. Ну а победа все равно за нами. Вот и все. Угу. Кревет, скалотряс и опять же скала. Я, наверное, вот так нашел. Причем они все красные. Это у нас урон. Причем урон не кислый, да? Красные против... Да успокой... Блин, как они бесят. Вот начинает вот эту вот одну свою песню. Хоть этот наконец-то переключился маленечко. Барсик, будь добр, добей его, а. Красавчик. Так, ну что? Вот это круто. Вот это круто, что он промахнулся. Так, поехали. Раз. Два. Барсик, будь добр, добей. Четко. Так, мы еще и хильнуться успеваем, прикинь. Мы еще и хильнулись. Так, а это тоже у нас повышенная атака. Ты серьезно? Такие, ребята, моменты бывают очень редко, когда они промахиваются. Вообще круто выиграли здесь. Ну что, как ты видишь, мы с тобой заработали редкий пак. И, конечно же, пак вождя к нашим услугам. Выпадает нам Костолом, Громорог, экзотический дымодышащий и Кривоклык. Три карточки. Так, ну что, поехали тогда за вторым паком. Так, отлично. Скалотрясики, да? Блин, громобой защитник. Ну тут, конечно, эпическая у него команда, если честно. Вообще. Сейчас мы таких звездюлей наполучаем. Вот точно тебе говорю. Кто бы сомневался, этот добьет сейчас. Да, это ужас. Слушай, я, наверное, пока не буду тратить. Давай сделаем так. А теперь ли доживет у меня Кривоклык? Дожить-то доживет, конечно. Но вот что с этими двумя партизанами делать, я ума не приложу. Ты посмотри, как они дамажат. Опять же, друзья мои, я... Твою налево, что я думаю, что произошло. Я опять же не вижу у них уровень. Воу-воу-воу, все. Просто взяли и распетрушили. Какой уровень, фиг поймешь. Просто он не показан. Нет. К сожалению, здесь нам не судьба выиграть. Очень зря, очень зря. Я говорю, это эпическая команда была. Опачки. Тут еще не легче, блин. Тут еще не легче, ну тут, прикинь, а. Как специально дают. Так, а этот сейчас еще что здесь, куда? Сюда же будет в Барсика бомбить? Ну куда же еще-то? Конечно, в Барсика. Мсти. Сейчас укусит. Да, зачем ему кусать, когда можно сжечь? Так, нам, наверное, это не нужно пока делать. Раз, два. Да уж. Так, Кривоклык. И отлечиваемся. Ну, с этим мы справимся, должны справиться. Он один. Супер удар, я смотрю, он не стал делать. Так что давай-ка мы, наверное, вот так вот. Ну, что ты там пыхтишь? Все. Прошли. Громорог. Да ё-моё, опять же эти тут. Начнем с него.
Громорок меня пока вообще нисколечко не пугает. Вот, вот этот вот, да. Я знаю, на что этот жук способен. Своими фаерболами сейчас начнет поливать опять. Добей. Так, ну теперь громорок, естественно. Защитник, сейчас мы его тоже... Я офигею, да? Этот добьет. Мы остались без хила. Мы остались без хила, и сейчас нам тут навтыкают по полной программе. Хотя ты знаешь что, если я сейчас возьму, если я успею, конечно, взять, повесить на него слепоту, то, возможно, мы еще немножко тут поиграем. Так, давай, кусай своего хламона. Вот, 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 вот это ты правильно делаешь. Ты смотри, ты... Как он ему влупил. Почти все хп, ребят, отобрал. Так, укус. И... Нет, нам... Нам надо сюда бить. Ну все, 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 успокойся. Пыхтит он мне здесь. Ну очень сильно он бомбит. Сам видел, да? Ну, сам видишь, какая тут команда. Начнем с этого. Громорога я пока трогать не буду, хотя... Я знаю, что он 100% будет бафать. Кривоклык, что ты тут делаешь? Ага, бомбит. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Пока есть время. В ответку прилетело. Так, ну что, барсик добьет. Отлично. Кусаем. Ну, по-моему, шторморезы мы потеряли. Так точно. Не надо бафать только. Блин, он понижение атаки сделал. Ну ты прикинь. Слушай, если мы сделаем, знаешь что? Вот так. А пускай помогает. Нечего прохлаждаться. Бомбим. Так, укус. Почему-то у него кусает намного сильнее, чем мой. Значит, тут уровень какой-то офигенный. Так, ну что, Громорок остался один. Твою налево, что вытворяет, а? Все, ребят, прошли. Ну вот и второй пак вождя, заработанный нами. Выпадает нам Древоруб, Кревет, Громобой, Громль, Шторморез, Парящий Прихвостень и Кривоклык. Уже 5 карточек. Окей. Я доволен как удав. Тут еще у нас задание выполнено. 5 рун в копилочку. Так, еще, наверное, глянем рекламку. И получаем наши 10 рун. Ну, вроде бы пока и все. Как я уже говорил, через 3 часа у нас будет доступно событие. Если я не буду ничем занят, то, конечно же, мы с вами зайдем и поиграем. Если же нет, то это будет уже в следующей серии. Так, обмен. Кстати, сколько у нас тусклого янтаря? Вот что мне хочется узнать. Точнее, не тусклого, а светлого. 77. Этого мало, ребят. Изваяние. Укротитель драконов. Выводит детенышей быстрее. Так, а это что у нас? Обучайте драконов святилище Валки быстрее и за меньшую цену. Вот это, наверное, можно... прокачать. Так, драконы быстрее перемещаются на поле боя. Это оборона Олуха. А вот это что такое? Быстрее обучать драконов в Академии и Академии Драконьего Края. Вот это, наверное, мы с тобой изучим в следующий раз. Надо накопить 90. Ну, чтобы они быстрее получали уровень. Жалко, конечно, что нету у нас... Так, это что-то за великий смутьян. Увеличит усилищий эффект легендарного дракона еще на 10% сбор и рыбы... Ловли на 30%. Но у меня нет пока смутьяна. Все, кто у меня есть, это вот зеленая смерть. Увеличивает усилию так минус 10%. И... Где у нас там? Погоди-ка. Зеленая смерть. И вечно... Вечно крыл же, да? Да. Ну ладно. Будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.